i stworzył porozumienie. Krishna Balaram i Subhadra atakują tylko ruszają z walki. Thank you.
Кришна был печалью от воспоминания тех дней. И Кришна знал ее чувства. Но как только Кришна заиграл на флейте, гопи тут же замерли очарованные. Они узнали, что он и есть их Кришна, юный Сиддханта Махараджа. Недолго думая, они схватили поводья его колесницы и начали тянуть его в Вриндаван. Вот какова история этого праздника.